Английские союзы с примерами, часть 9, part 9. И мы с вами продолжаем. И в нашем списке далее идет yet. Значит, как вы знаете, yet вообще переводится как еще нет. Это временной указатель времени present perfect. Present perfect. Настоящее совершенное время или же ближайшее прошедшее. For example, I haven't done it yet. I haven't done it yet. Я это еще не сделал. Но yet имеет еще другое значение, значение but. Значит, да, иногда yet употребляется значение but. For example, I worked quickly. Я работал быстро. But carefully. Или yet, можно сказать. Yet carefully. Да, такое встречается, что yet употребляется значение but. I worked quickly, yet carefully. Далее, not only, не только. Здесь обычно употребляется инверсия. Инверсия по-другому называется усиление, и здесь идет обратный порядок слов. Например, не только я счастлив, not only am I happy for myself. Не только я счастлив, рад за себя, not only am I happy for myself, but I'm also happy for them. То есть вот такой оборот, not only. И всегда идет обязательно but also. И после not also мы используем обратный порядок слов. Здесь и у нас инверсия усиления. Еще раз. Not only am I happy for myself, but I'm also happy for them. Далее, конструкция no sooner than hardly had when. Они имеют одинаковое значение лишь. И после no sooner и hardly had употребляется время present perfect. Например, как только я пришел, no sooner, и здесь опять же употребляется инверсия, обратный порядок слов. No sooner had I come, no sooner had I come, than she greeted me. Greet – это приветствие. То есть, no sooner had I come, than she greeted me. То есть, как только я пришел, она поздоровалась со мной. Или, в принципе, можно сказать также с hardly had. Hardly had I come. Hardly had I come. То же самое. When she greeted me. То есть, как только. И еще есть, в принципе, союз no matter. Неважно, переводится no matter. Неважно. For example, я поеду туда, неважно, как это далеко. I'll go there, no matter how far it is. Я поеду туда, неважно, насколько это далеко. I'll go there no matter how far it is. Давайте еще раз повторим. Значит, yet, present perfect. I haven't done it yet. Yet means but. I worked quickly yet carefully. Not only am I happy for myself, but I'm also happy for them. No sooner had I come, then she greeted me, or hardly had I come when she greeted me, and no matter, I'll go there no matter how far it is.